7 кругов остается до конца, 7 кругов до конца, они быстрее нас, имеется в виду соперники позади. Разворот Рене Биндера, он шел 10-м. И сейчас теряет несколько позиций. Вперед как раз проходят две машины русского времени. Но там, посмотрите, Маркелов уже висит на заднем крыле у Митчелла Эванса. Смотрим, что здесь было. До контакта в сражении дошло Серхио Канамасасом опять. Опять Канамасас. Ну что такое? Ну, с другой стороны, я не раз уже отмечал, что... Наверное, без таких ребят гонки были бы как минимум немного скучнее.